Подписывайтесь на канал Болливуд, и вы будете в курсе всех новостей, а также узнаете все подробности личной жизни звезд. Канал посвящен жизни за кадром индийских актеров. Личная жизнь суперзвезды Болливуда Салмана Хана всегда была одной из самых обсуждаемых тем в индустрии Болливуда. Салман появился в качестве гостя на ток-шоу своего брата Арбаза Хана под названием «Пинч». Теперь, в соответствии с форматом шоу, ведущий Арбаз Хан бросает своего гостя злобные твиты или комментарии, чтобы вызвать у него реакцию. И то же самое произошло с Салманом Ханом. Арбаз Хан признал, что большинство комментариев или твитов в социальных сетях являются положительными, однако некоторые из них чрезмерно подлые. Он выбрал одну из них для Салмана, которая предполагала, что у Салмана Хана есть тайная семья в Дубае, в том числе жена и 17-летняя дочь. Да, вы все правильно поняли. Арбаз прочитал этот комментарий. «Где ты прячешься, трус? Вся Индия знает, что вы в Дубае со своей женой и 17-летней дочерью. Как долго вы еще будете пытаться одурачить нас?» Прочитав твит, Салман сначала опешил. Он сказал: «Это для кого?» Когда Арбаз заверил его, что комментарий действительно был адресован ему, Салман сказал: «Эти люди хорошо информированы. Они знают больше, чем я. Я не знаю, о ком они говорят. Я отвечу им, сказав, что у меня нет жены. Я живу в Индии, в апартаментах Галакси, а мой отец живет надо мной. Это то, что знает каждый человек в Индии». Кроме того, кто-то также назвал Салмана фальшивым человеком, который просто притворяется милым. Салман весело отреагировал на комментарий, сказав: «Должно быть, у него где-то был плохой опыт, или его жена любит меня».